И в завершение, в преддверии Международного дня защиты детей, мисс Беларусь-2018 Мария Василевич привезла подарки воспитанникам детского дома номер 5. Приятные сувениры девушка доставила на новом автомобиле, который победительницы проекта ОНТ вручили в качестве одного из призов. Футбольные мячи, ракетки, куклы, школьные принадлежности, развивающие игры и даже детская железная дорога, а также сладкие угощения. Мария готовила сюрпризы заранее, изучая, в чем нуждаются ребята. Персональный подарок получил каждый. Если честно, я очень доволен. У меня уже с 5 лет не дарили машинки на пульте управления. Впереди у нас большой такой международный праздник, Международный день детей. И, конечно, это день, когда нам, взрослым, еще раз напоминают, что именно мы ответственны за их беззаботное и счастливое детство. И, конечно же, хочется еще раз и еще раз напомнить детям, что мы их очень любим и готовы за них заступиться и сделать их жизнь намного более яркой. Здесь, в детском доме, находятся дети от 4 до 18 лет, родители которых лишили родительских прав. Благотворительный марафон с участием «Мисс Беларусь» продолжится, и Мария Василевич ждут в других детских домах.